Атланты косой. Это пиздец, какой будет длинный влог. Заебёте смотреть его. Берем сейчас букетик. Что, дядя Андрей задумал? Еще кружок в центре, Вань. Привет, ребят, привет всем. Приехали в цветочный магазин. Берем сейчас букетик для невесты с женихом. Вроде взяли такой красивый, симпатичный. Не знаю, я покажу, Катя сейчас выйдет, возьмет его. Кстати, тут уже тоже все заказали. Все, вон, верхний ряд, все цветы заказаны. Сейчас еще подъедет жених наш, Катюхин. Покажи его. Вот такой вот. Надо вот разменять по мелочи. Зачем? А, кидать типа что ли, или что? Ну, не кидать, может. Ну, сейчас их, да, стоим, ждем? Да. Видишь, они еще не приехали. Мне надо жвачку. Сейчас тут, не знаю, все закрыто. Ты сейчас фиг жвачку найдешь. Да. О, а вон наши. Короче, подъехала машинка с женихом. Там Ванька, да, сидит? Да, впереди Ванька. Ну. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Здорово! Здорово! Наконец-то увидели. Здорово, привет! Давно не... Здорово, жених! Шикарно ты. Здравствуйте! Привет, привет! С тобой, а что? Здорово. 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 О, народ. А с той стороны сколько людей, не знаешь? С той стороны сколько людей, не знаешь? Не знаю. Они все на хате сейчас выкупать будут. Аркадий. Лёха. Здорово. Привет. Аркадий. Дима. Короче, собрались все, сейчас будем цветочки забирать. Бип-бип. Посигналить некому просто. Сейчас поедем выкупать невестку. Невестку, невесту. Невестку. Опа, сразу убегает. Все, подбежали сейчас. Выкупаться будем. Надо чуть-чуть подождать, у нас опаздывает, потому что невесты. Сколько готов так невесты? Антон, сказали же, надо было на полчаса опоздать. Надо было опоздать, да? Поехали обратно. Без палева проходит. Скажи, это я. Я свой. Скажи, воды попить хочу. Что, дядя Андрей задумал? Что, через соседей сзади обойдет? Не получилось. Неудобно, да? Да, блин. Они нам еще приплачивают. Эх, не получилось у меня. Неудобно.
надо оттолкнуть, блин. Надо было ногу просто поставить хотя бы. Надо было кого-нибудь с собой взять, чтобы другой держал. Да, да. Побежали бы ты бы быстро ее там, быстро сломался. Они на первый этаж, 132-я. Давайте все вокруг обойдем, через балкон залезем. Давайте все в соседний подъезд зайдем, через крышу спустимся. Господи, что тут стоит, думаю. А вон подъезд, так. Нам на окно не надо. А дверь мы штурмом возьмем. Ну или влетим в окно, мы же шершины. Вот так вот. Летучая фамилия, да? А сладкая какая. Хороша наша невеста, словно розочку в саду. Не жалейте денег, сваты, за такую красоту. Не жалейте вы, ребята, долларов и евро. Поскорее выкуп дайте, берегите нервы. Дайте выкуп за невесту, чтобы стыдно было, чтобы подружкам денег поехало. Как у нашего свата, вся на карточке зарплата. За невесту платит сват. Где тут девки банкомат? Здрасте, дамы и господа. Вы откуда? Вот банкомат. И куда, рассказывайте? На первый этаж. Сразу Сбербанк. Колл-карты давайте. А вы нам денег много заплатите за невесту? У нас невеста хороша. Вы просрочили уже? Скидку давайте нам. Да, сейчас посмотрим, как выполнять будем. Нет, за ожидание. Так зачем вы к нам простите? Коль пройти дальше хотите, дружно вы ответьте вместе. Вы за кем к нам? За невестой! Хороша ли у вас невеста? Исполнять во все... Простите, волнуюсь. Хороша ли у вас компания? Исполнять ее желание. Так ее мы не отдадим. Испытать мы вас хотим. Мы давайте готовы. Вперед. Мы готовы, да. Чтобы невеста у окна не соскучилась одна. Должен ей ты отсюда крикнуть о своей любви. Крикни громко, не тая. Лера, я люблю тебя. Лера, я люблю тебя. 3-4. Лера, я люблю тебя. Надо было с той стороны отходить. Надо слабо ты кричал, только кошек распугал. Силы себе резь, дружок, покричи еще разок. Горло попусту не рви, покричи я любви. Лера, я люблю тебя! Лера, я люблю тебя! Ну что, пропускаем? Заходи давай! Холодно! Девочек много, другую возьмем. Идите. Мальчишка, давай. Сейчас быстро замуж отдадим. Сейчас художником ты будешь. Бери бумагу, карандаш. Портрет невесты нарисуешь. А не сумеешь, выкидашь. Сразу все позвонят, что дверь выкинешь. А что? Как вам? Давай нарисуй невесту здесь для меня. Ты же умеешь рисовать. Невесту? Да. Невесту надо нарисовать. Вид сверху нарисуй. Да-да, и голову нарисуй еще. Еще кружок в центре, Вань. Тебя убьет сейчас. Шея потолще. Борцу. А, вообще без шеи. Че, бомбинтон, что ли, играл недавно? А что здесь фату, этот? Фату. Волос. Да не можешь ни раз это не рисовать, все равно не прокатит это. Это баланчик, да? Это этот, как там, стригутся под бокс. Под горшок. Не, ну слушай, это какая-то азербайджанка. Ну я не могу с этой стороны. Так. Что такое? Все. Уже? Хороший котик. Девчонки, смотрим. Ну, где они? Смотри.
смотри. Сердечко, но это любовь его! Пусть деньги уложит. Давай, деньги. Дайте нам. Картину стоит. А то не соглашайся сразу, они тебя разводят. Что деньги? Развод. Давай, фонд, давай, можешь все дать. Что давай, что? Не, ну согласитесь, что что-то похожее есть? Да, похожее есть. Главное, любовь это его. Ну что, есть у нас похожая невеста. Проходите дальше. Чья невеста? Моя? Ну ты так нарисовал. Слишком она... Нам такой не дать. С деньгами не симпатичный есть, а можно всех посмотреть? Да. И плохо себе. Огласите весь список, пожалуйста. Надо, надо грудь было побрить. Да, так и можно в канал. Только из-за этого. Себя не берем только из-за этого. А теперь милый жених. Покажи нам кольцо. Покажи нам, как ты будешь называть свою будущую жену на протяжении всей своей жизни. Не от Лера, а Валерия. Валерий. Каждый день. Валерий. Ну, а Варенин. Ласково. Ей нравится, я ее так называл. Она мне. Она мне. Великолепная. Восхитительная. Волшебная. Волнительная. А, на А. Обжаразительная. Я понял. Обалденная. Офигенная. Любимая. Единственная, родная, Я, Валерия. Интригующая. Изысканная. Изысканная. Идеальная, изысканная. Последняя. Я. Яркая. Я твоя. Я люблю тебя. Ясная. Я люблю тебя. Нормально. Мы тут складчину. На спидку. Сейчас замерзли. Ну что, дорогой жених, как ты уже понял, мы вам с девчонками очень любопытные. Позволь только задать несколько вопросов. Когда ты познакомился со своей невестой? Да.
свет выключился, все ныряем туда. Все на свет полетим. Все машины на свет. Я свет. Ответ рыба сушеная. А, чё? Когда день рождения твоей суженой? Летом. 25 июня. А год? Дата рождения. Год. 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 В смысле? Ты знаешь дату рождения, блин? Знаешь, подожди, он же запнулся. Чтоб к невестушке зайти, нужно ниточку пройти. Не обойти, не проползти и не разрезать, а пройти. Ее пройти? Ленточку. Ленточку. Каким способом? Не про... Вот, нельзя, все, не все, все, пошли вперед. Нет. Я уже задний, за ней прям дверь открыта. Нет. Давай посадим. Нельзя тянуть. Как еще ты? Да. Перешагну. Нет, не пройти, не перелезть нельзя. И не обрезать. Может, мы сожжем? Вот. Первый не жених. Хозяйчик. Заходим сюда. Заходи. Жених. Где? О. Где? О. Ну бери. Она твоя. Выбираем туфель. Меня. Босиком ЗАГС она не пойдет. Другую туфель она не найдет. Серебра насыпь сюда. Тогда получишь туфель у меня. Серебра. Есть мелочь. Серебра. Вань, дай серебро. Ну можешь потом поискать, если не найдешь. И златый, и серебро. В другой комнате 100%. Жвачка золото еще есть. Подойдет. Мы понимаем, чем больше, тем лучше. Можете туфель искать. В смысле? Вот, все, вон вам там золотом выдали. Сейчас я принесу. Она... Я сказал в другой комнате. А мы... Мало что ли? Нет, угораживай. Другая, не наша, ну что, поехали отсюда. Что-то более красивое. У нас другая. Ну я обычно страшная. Нет, сегодня особенно. Красиво особенно. Вот и выкуп конец. Приезжайте во дворец. Ура! Ну давайте, наливайте. Вы же сами, что ли, хозяйничаете? Не знаю. Может быть, здесь нас должны принять вроде бы. Да. А просто не за выкупом. Не знаю. Мы не знаем. Ну и где наша сваха, которая нас угощает? Это вам? Давай. Мы что, угощать специально, что ли, будем? Друзья мои. И мы поехали. Сейчас невесте шампанского. Кого целится? Регистрация-то. А не надо было так впритык приезжать. Мы могли прийти вообще без пяти. Я вас предупреждала. Еще ждали. И потом сами бы привезли нам. Да сейчас прям. Еще и приплатили бы. Не надо напали. Заберите, пожалуйста, сказали бы. Ты сказала, мы окно откроем. Гонца запустим сюда. А он открыт уже. Ты что? Надо было под пивом на это. А вы с той стороны ходили? А мы тут ходили, ходили. Да. Завалим какие-то стартапы. Они даже не заметили, что мы там ходили под окном. А вы, видимо, шорты одевали, футболки. О! Thank you.
приехали. Сейчас пойду тоже сам в ЗАГС. Я, конечно, поснимаю вид сзади, может, даже спереди буду идти снимать. Скорее всего, вперед побегу. Надо будет по фасту тоже потом сделать видосик, чтобы они смотрели. Все будет красивенько, так что смотрите телерок с Антоном. Будет классно все. Белебеевского района и города Белебей приветствует вас. Мне доверено зарегистрировать брак граждан Российской Федерации Шершина Антона Андреевича и Ивановой Валерии Германовны. Перед актом вашего бракосочетания позвольте напомнить вам, что семья – это союз двух любящих друг друга людей, решивших пойти по жизни вместе. Никто не принуждает их к заключению брака, но вступив в него, вы обязаны будете подчиняться его законам, его высоким семейным ценностям. Я должна спросить у вас, является ли ваше желание взаимным, искренним, свободным? Готовы ли вы в любых жизненных ситуациях быть рядом, поддерживать друг друга? Прошу ответить жениха. Прошу ответить невесту. По вашему взаимному согласию, выраженному в присутствии гостей, друзей и близких, ваш брак регистрируется. Прошу поставить ваши подписи в акте о вашем браке. Thank you.
Уважаемый Антон Андреевич и Валерия Германовна, по традиции, в знак любви, верности и единства, прошу вас обменяться обручальными кольцами. Уважаемый Антон Андреевич и Валерия Германовна, сегодня, 18 августа 2018 года, в полном соответствии с семейным законодательством Российской Федерации и семейным законодательством Республики Башкортостан, ваш брак зарегистрирован. С этого момента вы, Антон, являетесь мужем, вы, Валерия, являетесь женой. Уважаемые супруги, поздравьте друг друга с законным браком. И вручая свидетельство о заключении брака, верю, что вы создадите дружную, прочную семью и будете достойно воспитывать ваших будущих детей. Вместе со свидетельством о заключении брака вручается поздравительный адрес главы Республики Башкортостан Рустема Мухаметова. Вас пришли поздравить ваши друзья, близкие, родные. Среди них самые дорогие для вас люди, ваши родители. Подойдите, поклонитесь им низко за тепло, за ласку, за то, что вырастили вас, а сегодня провожают счастливую семейную жизнь. Уважаемые родители, поздравьте, пожалуйста, молодых. Уважаемые молодожены, сегодня ваш день, и только для вас звучит музыка. Приглашаю вас на первый супружеский танец. Совместной жизни. Берегите друг друга. На этом торжественной церемонии бракосочетание подходит к завершению, а я желаю вам веселой, доброй свадьбы. Добрый путь. А вас, уважаемые гости, просим пройти все за молодыми в банкетный зал, где вы сможете поздравить молодых и сделать памятные снимки. Добрый путь. Сейчас пойдем в банкетный зал фоткаться. Сейчас надо будет вниз по фасту спуститься.
Что, мы пофоткались? Почти все. Сейчас будем живой коридор делать на улице. Что скажешь? Нравится все? Ну, нравится. Ну, свадьба как свадьба, блин. Ну, видишь? Эмоции, конечно, больше, когда своя свадьба. Ну, это естественно. Ну, тоже я рада, блин. И он только такой... Он только держался на последнем. Я не видел. Он с той стороны был. Ну, Лерка, да. Ревуха. Лерка. Ладно, это нормальные эмоции, это классно. Ты тоже плакал, ты не плакал? Да. Нет. У меня больше счастья было, чем слез. Слезы счастья, конечно, тоже хорошо, но у меня не было. Потому что нельзя было плакать, хотя ты была бы пандой. У меня была косметика. Поедем по городу, да, фоткаться? Ну да. На пруд сказали, в парк Славы, в Аксаково, Надеждина. И потом в чай. Да, конечно, у нас долго дорога предстоит. Друг приехал с Самары. С Казани. С Казани? Да. Они учились вместе в Самаре. Ага. Типа он сказал, единственный, да, приехал? Да. Он за этот, получается, звал тех, с кем учился. Он единственный, кто приехал. Ну, значит, ценит дружбу. Но вы это увидите только во влоге. Встречаем бурными овациями! Ай, что-то бахнула она. Вверх там. Знаешь, отойди, гуляй. Ты так сделал? Наверх, когда машину. Все соберут сюда, да? Себе в какую машину? Видишь, что? Давай цыган давай. Она уши. Нашка, отойди. А то будет сидеть. Пока нужно хотел достать. Она даже не взлетела. Так. Антон, давай, ну-ка, постарайся-ка рядышком. Антон, не подводи. Антон, ну-ка, давай-ка. О, молодец. Прямо милый. Проходим сейчас к памятнику Сергея Тимофеевича Аксакова. Он вам даст вкусное благословение на хорошую семейную жизнь. У нас здесь памятнику. Дайте запить. К памятнику приезжает молодожены, и уже сложилась традиция, кто с первым семейным визитом побывал в Аксакове, у того такая же дружная, умная, интеллигентная семья, как у Сергея Тимофеевича Аксакова. А у него было 10 детей. Все хотят иметь большую. Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да, вот пожалуйста. И вот носик вы можете у собачки потереть. Левой рукой любовь большая будет, а правой денег. Давайте тоже могут потереть. Одно желание, да? А теперь деньги. Так, свидетели у нас кто? У нас нет свидетелей. Надо нет свидетелей. Так, идемте, так, помогайте нашей невесте. Да, обе потребуются. И левый тоже. Лера, Антон. Так, Лера и Антон. Сначала испытание у нас для нашей невесты. Наша вода, воспетая самим Аксаковым. Вот сейчас посмотрим, какая же у нас невеста. Как сможет она водичку-то донести и гостей угостить этой водой? Так, а вот к медовому домику. Прямо. Помогайте. Фату делайте. Никто помогать не хочет, все хотят. Девки, несет. Платье держи, кто впереди, кто сзади. Давай, я держу. Впереди кто-нибудь, девочки, держите мне платье. Сейчас с ведрами вернется. Не-не-не, сейчас наступит. Тихо, ты не сильно задирай. А кто видит-то? Еще вот здесь Кристина. Я же справилась. Рада, мне управляюсь. Нормально. Тихо.
Девочки, отойдите, извините, пусть сфотографируйте. Нет, не тяжело, я их не удержу, да, я сейчас уроню. Все, я уроню, я уроню сейчас. Берите, берите, берите. Теперь невеста угощает водой гостей, а гости, если вода понравилась, кладут в это ведро денежки, а свидетель собирает. Ну-ка посмотрим. И сначала начнем. Семейный бюджет. Деньги здесь, если что. Так, деньги кладем. Мама и свекровь, пожалуйста. Мам, две мамы скажи. Блин, а то что не осталось? У меня осталось. Есть еще. У меня есть еще. Не, просто моя, у меня немного машины. На тебе тоже. Она сейчас угощает деньги. Что-то я первый раз такие вообще конкурсы вижу. Ой, какая вкусная вода! Дай-ка я попробую. Много. Ох, вода какая у вас! Вкуснячая-то! Давай, смотрим уже следующий. Смотри, еще вкуснее. Бегом. Еще вкуснее. Только вкуснее надо! Только это в сотки не кидайте, там уже рук нет. А мне можно только пол? Ну мелко нет. Надо было еще как-то. В руки! Оксану поставь! Знаете, еще вам. Вон туда. Оп! Не надо, футы. А то сейчас... Надо еще картинку такую. Деньги должны моченые быть. До конца пить, да? Если за меня будет муж деньги сюда класть, я могу еще выйти. Мне Давай, я вот, да, Лер, на стакан наливай. Все выпьешь. Только не туда. Ну, так хорошо. Смотри, куда? Господи, где еще? Молодец. Где мелочи? Кто еще? Деньги умеют. Люка. Из ничего делать. Из воды. Людка. Буквально. Людка, пей. Людка, пей. Давай пей. Опочина. Кинешь, на. Давай, кинь. Лера, ладно, еще огинь. Пал, я говорю. Нет, не понимаю. Попробуй, по левую сторону. Ну-ка, два бокала, иди сюда, кто не пил, там только... Я не пила. Вон туда! Лариса, Саша. А чужие деньги? Пиво. Так, кружка спасилась. Алмаз! Слышишь, что? Сейчас она всех напоит. Лук я! Я хозяйственная. Она деньги делает, какой там хозяйственный. Давайте быстрее, кто Невесте поаплодируем. Молодец. А теперь испытание жениху. Антон, посмотрим, сможешь ли ты. Вдруг газ закончится в Самаре. Дрова надо будет поколоть. Чуть все в сторону, все в сторону. Жениху соорудим трудовые рукавички. Так, чуть-чуть в сторонку немножко. Все в сторонку. Хорошо колет. Хорошо колет. Хорошо колет. Все? Давай. Там Сырой. Давай, дрова руби. Ну ты мощный, Антон. Ну ты вообще. Как это у богатыря звать? Антон, молодец, оставляй. Жениха и невеста. У нас здесь вот есть. Козлы. Так, одеваем рукавички. Это невесты. У нас специально для невесты. Они умеют пилить и колоть. Посмотрим, как пилить. Попилим дрова, чтобы невеста потом мужа не пилила. Пусть сейчас попилит. Никогда, наверное, не думала, Лера. Я не умею! Давай, что первый день, что ли, замужем? Давай, пили! Давай, молодцы!
Да, с удовольствием, Антон, слышал? Не торопись, потихоньку. Оно само. Ну, могу так другому помочь, родители добились. Начало есть? Нет! Бери до конца. Ничего, ничего, ничего. Бери, бери, бери. Вот так мы молодцы! Может, давай, 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 давай! Еще, еще, еще! Готов ты на это, на кровать сядь? Ноги на ногу. Да. О, встал, прям присел! Вот так. Это не мое дело, да? Отлично. Приди, женщина. Садятся гости, только молодожены на экспонаты, хорошо? А гости могут просто... Покажи, пожалуйста. Еще. Пока никого нет, да? Да. Давай поохотимся, что ли? Короче, ребят, это дом Аксакова. Находится в селе Надеждино. Это, вот, вот это все выглядит. То, что я не особо себя не показываю. Потому что мама молодоженов и видос будут делать. Тут, короче, сюрприз где-то, они пока еще не знают этого. Говорит, там, говорит, что сюрприз где-то, они пока еще не знают этого. Уважаемые гости, многие, наверное, первый раз здесь у нас, да? Да. Конечно, первый. Наш музей стоит на том самом месте, где когда-то во времена Сергея Тимофеевича Аксакова стоял его усадебный дом. Во время гражданской войны этот дом сгорел, и остался только фундамент. И вот на фундаменте сгоревшей усадьбы в 2002 году восстановили дворянскую усадьбу, в ней расположился наш музей. В нашем музее несколько экспозиций, вот и все экспозиции посвящены определенным эпохам. Вот в первом зале, где молодожены фотографируются, посвящено тому периоду, когда было основано наше село. Это был конец 18 века. Далее у нас просто все представлены эпохи. Здесь вот голубой зал отражает то время, когда Сергей Тимофеевич со своей семьей, тогда он женился уже, у него трое детей было, и он приехал к нам сюда жить. Он здесь прожил целых 5 лет, с 1821 по 26 годы. У Сергея Тимофеевича была большая дружная семья. У него было 10 детей, 4 сына и 6 дочерей. Все дети получили прекрасное домашнее воспитание, становящее светское образование. И вот здесь вот в этот зал как раз посвящен детям Сергея Тимофеевича Аксакова. Последний зал у нас посвящен любимой внучке Ольге Григорьевне Аксаковой. Именно ей посвятил Сергей Тимофеевич многие свои произведения. Это «Детские годы Багрова», «Внука», «Семейная хроника», «Записки ружейного охотника», ну, всем известную сказку, это «Аленький цветочек». И вот можете пройти сейчас посмотреть, я просто в целом вам представление, чтобы вы имели, какое, где вы находитесь. Вот, можете пройти посмотреть на экспонаты, желательно не садиться, только для молодоженов. Кто надумает на будущее жениться, добро пожаловать, тоже будем иметь в виду. Будете иметь в виду, молодцы. Вот. А на втором этаже что? На втором этаже во времена Сергея Тимофеевича были спальные комнаты, сейчас у нас просто фондохранилище там находится. Понятно. Кроваток нету. А? Нет, подниматься сюда нельзя. А можно вот это? Здесь молодожены здесь можно сфотографироваться. Ну, можете сфотографироваться, если хотите желание есть, можете сфотографироваться. Пошли, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Все. Прямо аристократ. А можете вернуться и на дом? Сейчас сюда они подойдут. Тут их будет сюрприз ждать. Живая музыка. И пение будет. Сейчас вам покажу. По-быстренькому. Что тут есть? Это вот так сказано. И вот, конечно, и вот этот музей, в общем, это вице-президент Международного Аксакова Чуланов Михаил Андреевич. И он посетил здесь, и в Болгарии, и в Самаре, то есть вот все
Регенском. Угу. Это храм или церковь? Это храм. Храм? А, Дмитрия Солонского. Великомученика Дмитрия Солонского. И вот это тоже Дмитрия Солонского. То есть они были друзья. Это, ну, это великомученик, ученик. Эксклюзив. Сегодня у нас такой, как бы, не практикуется. У нас известные музыканты нашего города Белебея, Белебейского района, Анна Лапина и Марина Хамидуллина исполнят для вас музыкальные подарки. Музыкальный подарок. Концерт такой. Концерт. Ну и концерт, ну. Пофоткаемся вон там с Аксаковым, сядем. Мне же надо, чтобы я сидя был. Иначе никак нельзя. Блин, ну красиво тут. Да. Да. Вот так вот выглядит. А тут мне тоже сфоткать. Где? Ну, сейчас да. Фоткаю. Нам надо вон там вон. Повторить фотку, да, да, кстати. Точно. Цыгане, что ли? Да. Да. Поехали, поехали, поехали. Вот смотри, гуси даже останавливают. Нет, до этого, конечно, нас вообще на нашей свадьбе прям остановили. Там капец, аж в окна лезли, мы офигели. Прям мы. Вот так вот стоят и держат машину, чтобы вообще никто не проехал. Ну вот главную, первую, типа. Я говорю, такой наглости не занимать. Игорян же, да, тогда спереди сидел? Да. Денис сейчас. А чувак в окно так залез, дай, говорит, деньги мне, да, они, ну да, мелкий какой-то, блин. Ну так приедем, знаешь, как все накинутся. Там и... Короче, пока. Ходим, тусуемся сами по себе на пруду. Молодожен там буду сейчас замочек вешать, там будет что-то еще фоткаться. Сейчас дойдем. Я не знаю, сколько сейчас время вообще? Время 2 уже, начало 2. О, что-то нам еще 3 часа почти тусить надо. Ну да. Вообще-то нам еще до утра тусить. Ну это само собой. Ну, до утра-то это до утра. Нет. Там-то другое просто отдело будет. Там уже там время будет лететь вообще. Да, а здесь, видишь, мы почти ничего не делаем, а нас это плохо. Нас это да. Плохо. Здесь, может, время быстрее полетит. Шампанское. Все. Я пришла сюда шампанское. Закончилось. Где шампанское? Какие красивые, смотрите, кто это идет там. Кто это? А что она ее букет несет? Она сама. Я потому что вы тоже затрахалась таскать. Не, я таскала. Мы ходили вот так вот. Мы гостем проще, когда мы тоже ходили. У меня Кирилл постоянно съебывал. Нет, я его держала, я думала, сам давай. Куда? Нет, вот мы. Хоть раз чайки была, нет? Хоть раз чайки была? Нет. Я тоже нет. Я тоже, кстати, плакала, я нет. Кирилл такой, я тоже, я там разревелась, я Лерке сразу сказала, говорю, возьми с собой платочек. Она взяла вот вместе с букетом, держала. Кирилл такой, стой, смотри, глаза красные. Мне в глаз что-то попало. А, прощайся со своей жизнью. Класс, да. Нет, я не плакала. Накатались, устали? Ой, вообще классно. We'll be right back.
что-то сейчас едем, думаем. И, короче, решили за шавухой заехать. Здесь, кстати, вкусно. Проголодались. Что-то мы голодные. Свадьба же все-таки. Ну да. Еще пока сколько времени надо? Нам еще... Три. Ну, пока шавуху заточим. Ну. Вот. Да вот. Можно туда достать. А здесь места-то и нет. Ну, смотри, там очереди даже нету. А-а-а. А что, вы там берете? Да. Да. Ну, здесь правильно. Ну, можно здесь, они все одинаковые. В принципе, вообще без разницы. Да? Да? А ты там пробовал? Пробовал. А ты сравнил? Да. Ах ты какой! Пошли изгоняем. Шаурма? Свадьба, свадьба, блядь, а хавать всегда охота. Да, сейчас пойдем, купим. По карте не принимаю? Тут. Давайте принимаю. Принимаю, значит. Прекрасно. Сейчас зайдем. Я говорю, свадьба, свадьба, а хава всегда хочется, блядь. Да. Swish, swish, fish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Они всегда... О. А, нет, это не то. Ворота открывайте. Хозяева приехали. Бип-бип. А мне интересно, в курсе, что мы приехали? Да. Куда? Заказано же. А вы типа сюда. Вы чё? В смысле? Мы чё, пешком что ли пойдём? А остальные здесь паркуются. Мы так не договаривались. Мы платили за всех. Понятно, разворачиваемся. Паркуй здесь машину. Или вот сюда. Вот сюда, вот сюда, да, куда-нибудь. Не, ну вот так нечестно. Под камеру. Вообще, да-да-да, кстати. Что, там камера есть? Вот. Вон слева. Вот. О, прямо вот так поставлю. Прямо здесь оставлю. Ну что, ребят, приехали мы в Чайку. Это вообще первый раз. Что, встать вы или вдвоем пока? Идем тоже. Стоял. Идем. Бежи! Ну сейчас подождешь ногу или что? Тебя подождут ногу. Четыре раза сфоткал. Идем. Я до этого видела, нет, я до этого видела, ты отмечал Лерыча в Инстаграме, и вот пусть на меня твои подписчики тоже подписываются. Ладно. Я не помню, как я зовусь в Инстаграме, но, короче, найдешь меня. Вот, да, идем. А, что, назад? Ну, окей, пошли назад. А мы через, типа, через парадный идем, что ли? Ты не будешь ничего брать? О, точно, надо же взять это, переодеться, одежду. Я тут вообще первый раз, я даже, блин, понятия не имею, что это за место. Куда-то в лес привезли. Залетаем. О, слепит белый свет. Вот такое. Ничего так. Местечко. Тут рели все уже, типа, это закончилось, что ли, как завоз? Или нет? Ну, вроде да. О, это что за змея такая? Такое. Все время удивляли такие конструкции, блядь, из колес, блядь, бутылок, их там драных что-то строят, какую-то херню, блин. Да. Люди зарядили свои. Ты что? Рис? Рис, плов будем варить. Конфеты у кого-то. Конфеты еще, кто-то еще будет деньгами кидаться. Полбу дадут. Ну что, все на позиции. Команду. Сейчас целиться будем. Ну что ж, дамы и господа, всем добрый день, добрый вечер, и потом уже добрая ночь будет в конце. Поэтому все уже готовы, все знают, для чего мы здесь собрались. Давайте бурными аплодисментами встречаем нашу! Кулачишки-то полные! Пошли! Закрывайте глаза. Не надо советоваться, у вас одно совместное. Одно на двоих. Лера, закрой глаза. Пиво. Антон еще загадывает. Сейчас прям буквально кто-то моет руки, кто кому куда надо, и все ждем в зале буквально через 7 минут. Все, наш праздник начинается! Ура!
Ну, ведущий такой прям нормалек. Нормальный такой ведущий. Прям вообще, походу, будет вообще жестко, жарко. Ну, блин, не знаю. Сейчас посмотрим зал, как украсили. Так, я уже чую, эти пахнет, как его, голубцами. Вещи надо будет, да? Да. А где? Идемте. Да. Сейчас нам покажут, где будет наш ночлег. Смотри, короче, вот этот вот сюда вход, вот первый, ага, занимаете любое... Там постельное белье, да. Где-то дверь открыта, да? И вот дверь открыта, заходим. Ага. И там, где свободно, что-то там занимаете, ага, ладно? Там, Таня, там тоже туалет есть. Ладно, спасибо. Все. Надо чертиков вызывать, мы же в лагере. Нет, кровавую Мэри. Четыре. Подсобные. О, двойные. Что, сюда? Не знаю, пошли. Идем сюда, ну что двойные? А, нет, идем. Идем? Так, вот, мальчик. Угу. Пошли. Тут все есть. Что, давай сюда. Да. Давай-ка что так сразу вложу. Занято. Идем сейчас в сам банкетный зал. Собственно, сами все видите, как тут сделано, украшено. Сейчас поднимемся. Просто я вообще не в курсах, что это за место. Что тут вообще находится. Сашунка. И... вот, собственно, банкетный зал. Это баннер, где все фоткаться будут потом. Там жених с невестой сидят. Сейчас туда. За спиной же. Пошли туда сидеть. И... а тут жених с невестой сидят. Симпатично. О, мы рядышком, да, с тобой? Всё. Хочу посетить все, ребят. Там еще что-то будет интересное, конкурс, я вам еще поснимаю. Встречайте парад своих гостей, громкими аплодисментами. Встречаем, я приглашаю сюда к нам просителя невесты, Паташа Абаси. И главное, друзья, там прям замечательно стоит.
правильно? Тогда их вызываем дядю Володю, тетю Лену, Вику и Дениса. Сюда подвинемся, сядешь. Это в руки. Там вообще незаметная тема. А мы все такие же. Вот. Еще чуть-чуть позже появятся правнуки. И вот эта семья, которая сегодня родилась, будет как снежный ком обрастать поколением и катиться с этой горы времени. Так давайте поднимем бокалы за то, чтобы эта семья жила в эрах, эпохах и веках. За новую семью! За семью! Thank you.
Вы человек-паук! А как же мы его повесили? Вот эта сцена! Где он только что спас ее от бандитов, которые я рассказываю. Где он только что спас ее от бандитов, темный переулок, дождь идет, и он спускается вниз головой. Ты снимаешь с него аккуратненько маску и целуешь его нежно. Как тебе быть с паутиной? Давай мы возьмем несколько мужиков, они тебя за ноги поднимут и все. Да, поэтому мы тебя и взяли на этот фильм. В принципе. Поэтому, потому что ты самый легкий. Переворачивайте, переворачивайте. Итак, фильм «Человек-паук» смотрим! Только что он ее спас! Выше, выше! И поцелуй благодарности! И он улетел, улетел в паутине! Овации! Не смолкаем нас эти смерти! Пойдемте, господа, пойдемте. Да, до вас очередь должна. А вас, как обещал, на слайдинге оставлю. Итак, Владимир, я к вам. Владимир, вот представьте, что вы постоянно, по большому счету, не снимаете даже черный смокинг, бабочку и пьете один и тот же коктейль, который знает весь мир. Мартини с водкой, сболтать, но не смешивать. Вы самый известный агент 007. Джеймс Бонд, друзья! Миллиарды ваших женщин. Там 24 фильма, он в каждом фильме кого-то целует. Выбирайте любой, но вам, наверное, больше из жанра Шона Коннери подойдет. А если Шона Коннери, вот мы сейчас сузим тему. Вы Джеймс Бонд, тех «Холодная война», вы Джеймс Бонд, Шон Коннери, это русская разведчица, КГБшница. Вам надо ее охмурить, или вам его как хотите. Давайте, вот, вот! Вы, русская КГБшница, должны согласить Бонда, а вы устоять, поцеловать, но потом можете либо в постели, либо ликвидировать на вашу руку. Готовы? Итак, фильм «Джеймс Бонд», смотрим! Фантастика, драма, а вам достается комедия. Лучшая комедия с Джимом Керри под названием «Маска». Аркадий, вы понимаете, да, что вы как раз маска. Тот самый момент, он только что ограбил банк, приехал в клуб «Малибу» с деньгами, увидел ее, был волком, кинали, они танцевали сумасшедшую группу, вот, а потом целовались. Все, вам надо это отыграть. Аплодисменты, фильм «Маска», смотрим! Большое спасибо, а победителям мы награждаем, конечно, памятными призами.
сами. Буквально таким Оскаром мы хотим наградить наших молодоженов, хотел сказать. Итак, лучшая награда за буквально таки Оскар нашим людям, наши аплодисменты. Прям гимн. Ну а вам, чтобы спалось слаще. Вот. Аплодисменты победителям, да. Присаживайтесь. Ну что ж, друзья, ну а мы продолжаем добавлять бокалы и, конечно, поздравлять. В общем, бдит за ужин. А и вы тут такие четвером идете мимо такие. О, Антоха, здорово, туда-сюда. А вы в баню собрались. Ну, по-мужски так, просто по-мужски пойти в баню решили. Пиво попить, там я не знаю, что вы пьете. Ну, в общем, в баню. И сегодня еще только мужиками. Все, идете в баню такие. О, Антоха, здорово, пойдем с нами в баню. Он, ну, говорит, у меня Лерочка дома ждет же. Она же будет волноваться. В общем, всеми правдами и неправдами мы его уговорили. Он идет с вами вместе с ведром в баню. Про булочную давно-давно все забыто, проходит час-два, все хорошо, мужские беседы, давно не виделись, пиво льется рекой, и неожиданно звонок Антона на телефон с вопросом: «Ты где? Где ты? Где мой хлеб? Почему дети не накормлены бутербродами с икрой и маслом?» Так вот, Лера звонит, говорит, в конце концов отправил тебя вынести мусор и хлеба, купить тебя уже 2 часа нет, ты где? Антон рассказывает ей практически правду, говорит о том, что, понимаешь, дорогая любимая, я встретил своих друзей и их детей, и мы пошли, ну, у нее фантазия буйная, говорит, и мы пошли в зоопарк. Ну, не скажешь все равно, что мы пошли в баню, правильно? Мало ли что. Пошли в зоопарк. Лера говорит, не верю, какой зоопарк, где животные, где крик этих животных. А вот сейчас этот крик вы должны изобразить. То есть суть, вы должны максимально правдоподобно повторить тот звук животного, который мы включим для вас. Тот из вас, кто повторит его хуже всего, выбывает из нашего состязания. Понятно условие? Все. Итак, Алексей, начнем с вас. Готовы? Точно? Итак, первый звук для Алексея. Маэстро. Можно чуть-чуть погромче. Еще раз. Это слово. Такое африканское, хорошее слово. В прачный период. Понятно, да? Пробуем. У вас есть одна попытка. Еще надо звук разок? Нет? Все готово? Дамы и господа, внимание. Это даже не слоненок. Это слонище. Нет, это такое чувство, что это конь. И у него проблемы с желудком. Как смог, так сделал. Аплодисменты, все равно защита. Спасибо, готовы? Маэстро, второй звук. Ну, такой премьер-министр зверей, если судить нашими мерками. Готовы? Пробуем. Максим, давайте я внесу маленькую ясность. Он должен, мы должны сделать уссурийского тигра, а не голландского. Давайте, у вас есть вторая попытка. Тигр, уссурийский, хищник. Соберись, тряпка. Максим, ну соберись. Да. Все готово, Максим? Все. Пробуем. Аплодисменты, друзья! Мне кажется, этот тигр какую-то ножку сейчас откусит. Огрыз просто. А у вас звук для вас.
музыкальный заговор. Маэстро. Дома были, мультики смотрели, а сейчас их укладываем спать.
Поэтому вам надо повторить две детских эмоции, которые знают все молодые отцы. Итак, Алмаз, эмоция ваша. Поехали, первая эмоция. Раз, два, три. Вот.
Вот, вот прям вот. Раз ушки, два ушки, три ушки, четыре ушки. Там, там вот эти вот. Пять ушки. Вам немного таинственности, а вам и русской народности. Аплодисменты, девушка. Ну что, девочки, вам спасибо. Присаживайтесь на свои места. В общем, пока все танцевали, я в эти кочаны капусты спрятал два прям небольших пупсика. Если можете видеть, да, вот сделан надрез, да, и вот туда я спрятал два пупсика. Держите на ладошку. Ваша задача, та из вас, которая раздербанивает этот кочан капусты, не жалея маникюра, доберется до первой, до пупсика, без ножа, руками. Да, ну тот первый мальчик или девочка появится. То есть я не помню, где какой, но в любом случае там есть. Все понятно, да? То есть, как известно, капусте детей ищут. Вот мы сейчас и найдем ребенка в капусте. Нет, нельзя. Че, жалко маникюр, да? Нет. Готовы? Ну а вот кто первый это сделает, да, и будет больше всех нянчиться. Маэстро, музыку, а мы полные аплодисменты на старт! Итак, девочки, у вас задача банально проста. Вам надо синхронно
И как-то вот я не специалист в сексуальных движениях. Не сексуальные движения, нет. И вот это вот лига пора, кстати. Вам надо сделать как-нибудь. Yeah. Вот, да, вот. Только 7 вместе. Готовы? 3-4? Нет. Yeah. Смотрите, мужчины еще сексуальнее, чем вы. Готовы? 3-4. Готовьтесь пока, я вас позову. Так, теперь нам нужны настоящие гангстер-рэперы. Всегда на подбегках есть такие гангстер-рэперы, которые делают одно единственное движение. Можно вас? Пойдемте, вы мужчина здоровый. Так, Владимир, пойдемте вы тоже. Владимир, да, Владимир, аплодисменты, Владимир, идемте сюда. Ой, я для вас знаю вообще такую штуку, такую клёвую. Вы сейчас будете прям в образе Два рэпера должны быть. Реально рэперы. Так, держите вам. Держите. Снимайте, одевайте. Мужчины, вы пока разматываете, у вас задача банально проста. Вы представьте такие два здоровых гангстер-рэпера, здоровые негры. Ну, афроамериканцы, извините, если кого-то обидел. Такие два здоровых афроамериканца. О, да. Золотая. Прям вот так легко. Ну, должно быть все в образе же, правильно? Вот уже. Вот. Класс, все, отлично. Так, ваша задача банальна, проста. Вам, когда я на вас показываю, надо сделать вот так. Йоу! Попробуем? Давай, 3-4. Йоу! Вот, отлично. Поделись, хорошо? Как скажешь, и отдаешь. Понял? Сейчас мы вместе с тобой сделаем это, чтобы для тренировки. Итак, друзья, первый прогон уже такой прям буквально серьезный, но без слов пока. 3-4, поехали! Громче. Йо-йо-йо! Здесь тихо, небесно, everybody! Гости, выше руки! Понял? Поехали! Спасибо за дождь, спасибо, ребята, за ваши эмоции, которые вы дали нам уже всю ночь.
парни, в вашу очередь сейчас. Давайте поаплодируем парням, они готовы! Только делайте так, чтобы вас зал тоже видел. Thank you.
далеко. Готов? Ну, там кому повезет, да? Раз! Кому вручить свое руку и сердце? Кому сделать предложение? Мне забрали. Я не против. Нет, пока что нет. Ну, у тебя есть время за год найти, потому что следующего 17 августа у тебя свадьба. Поздравляем! Финал наш праздник сегодняшний. Но вот подходит финал на сегодня. Завтра же продолжать будет. А у этих людей будет продолжение всю оставшуюся жизнь. Поэтому давайте просто в свой шарик загадаем для себя и для наших молодых что-нибудь хорошее и выпустим это в небо. Договорились? Можно я узнаю? Красиво. Молодой. Готовы? Все загадали? Ну что? Чтобы у молодых было всегда все прекрасно. Три, четыре, полетели! А теперь, друзья, все вместе, молодые, три, четыре. Горько! 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 Раз! Два! 996! 997! 998! 999! Вы смогли. Ребята, сейчас наши молодожены уйдут туда, куда нам а могли бы бахнуть. Как я это сделала. Но я обещал... Да, деньги считай. Подарены. Но я им обещал, когда они до 1000 доцелуются, большой-большой сюрприз, правильно? Да. Был такой? Да. Ловите сюрприз. Теперь вы можете не воздушными поцелуями, а просто обнимать и целовать их! Обнимать и целовать их! Нас много выдержим! Еще бахнуть надо, да? Да. Сейчас, тебе нужно 5 пойдем. Минуса! Ребят, всем добрым утром. Сейчас идем последнего нашего человека. Сейчас Денис будет подниматься у нас. Да. Он дальше. Противогаз. Какой нахер будете к нему не подойдешь? Денис, давай.
уже все поели. Ладно, все, не ругайся. Держи, лимонад пить будешь? Сука, как мы здесь спали, а? Аж слезы улетекут. Пошлите! Вот ты весь не там! Да, вот он на той, а я на вот этой вот спала. Как ты там? Не знаю. Все тут там не считаю. Пока ты на ней спала. Тебе только успевали, вообще не прыгнет.